Доброе утро, друзья! Что я тут делаю? У нас же завтра вроде как масленица начинается. Но я ее решила начать сегодня. И вот тут затеяла уже блинное тесто, или как это назвать. Еще муж поехал за машинкой. Так, по крайней мере, он мне сказал. Ой, а что же я даже не причесана? Да умыться умылась, переоделась. А причесаться забыла. Бывает. Вот. Поэтому мне нужно сейчас вот это все убрать. Потому что машинка огромная, она не влезет. Я говорю, ты точно ее привезешь? А то я сейчас все это уберу, и будет у меня стоять это непонятно где. Да, да, точно, потому что вот там у нас уже фургон есть. А вот сейчас привезем. Посмотрим. По крайней мере, сейчас уберу вот это все и расчищу, скажем так, территорию. Кукушка, скажи мне, сколько жить? Было у вас такое? Кукушку спрашивали, сколько жить? Представляете, вам всего 10-15 лет, а вы спрашиваете кукушку, сколько жить тебе? Это ей надо будет полдня куковать. В общем, нажарила блинов, съела 4 штуки. У меня вообще-то, как это, лимит 3 штуки, но сожрала 4. Оставила на завтра 3 штуки. И остальное отдам сыну мужа. Как раз они привезут мне машинку. Я спросила, говорю, хочет? Он говорит, да, хочет. Мои блины кто не хочет-то? Мои блины все хотят. Приготовила. Конечно, на тарелке приготовила. Тарелка уйдет и не вернется, как обычно. Ну ладно. Я уже вот этими большими тарелками ими не пользуюсь. Вот, поэтому мне их не жалко. И они мне тоже по наследству передались. Поэтому я больше сейчас мелкими тарелками пользуюсь. Ну, ничего. Вроде как дождь, непонятно. Надо в телефоне посмотреть, что там передают. Я на море иду. Хотела взять машину, а потом думаю, нафиг ее брать, когда то же самое море, то же самый пляж. И людей нету. Я в прошлое воскресенье ездила. Помните, народу столько было, приходилось все время и ходить в маске. Я так не люблю, потому что я включаю 5-ю скорость и иду быстро. Вот. Так что почесали. Посмотрим, что там. Море волнуется, не волнуется. Дождь передают после обеда в 5 часов. Так что можем спокойно прогуляться. А вот вечером... Видимо, не удастся, потому что прям во время... Ну, я, в принципе, по воскресеньям, по вечерам-то и не хожу гулять. Одного раза достаточно. И ветра нет. Вот мне пускай лучше дождь идет, чем ветер дует. И вообще прям ветер меня бесит. Уселся. Прошел дождик, и прям воды так прибавилось. Правда, я не знаю, когда он был. Ночью, наверное.
потому что днем не было. Я встала в 8, как обычно. Думала, посплю. Угу. Как штык, без будильника. И дождя не было. А водички прибавилось. Мне сейчас в ТикТоке один, значит, написал. Я все продолжаю снимать там продукты, да. И, в общем, один, значит, написал. Нельзя снимать в магазинах людей и собак. И я ему написала, говорю, кто сказал. И вы знаете, сейчас у каждого магазина есть свой Инстаграм. И сейчас даже, когда заходишь в магазин, то тебе сразу приходит оповещение в Google Maps. Снимите видео и выложите отзыв. То есть сами магазины вас просят снять и рассказать о их продуктах. Также вот, допустим, все магазины, там я подписана на Кику, на Меркадона, выкладывают они свои сторис других людей, которые приходили в их магазин и рассказывают о их продуктах. Тогда где логика, если нельзя типа снимать, а сами магазины просят об этом? Все это прошлый век, когда нельзя было снимать в магазинах. Сейчас пора интернета. Вот. И поэтому для них это огромная реклама, если все, как говорится, будут снимать и говорить о их продуктах. И что нельзя снимать в магазинах, это вообще бред сивой собаки. Ну а насчет людей и собак, если да, ты вот так вот подходишь к нему и снимаешь, то да, так нельзя. Ну а если там где-то вот я сейчас иду и сзади там кто-то мелькнет, ну ничего страшного. Ням-ням-ням-ням. То есть, если специально туда нельзя, а если, как говорится, не хочешь быть снятым, сгинь с экрана моего телефона. Так что вот так я мужчине ответила. Кстати, если вы не подписаны на мой ТикТок, обязательно подписывайтесь. Видео там выкладывают тоже каждый день. Смешные, не смешные. Некоторые в Инстаграм, кто подписан на меня, видят. Я не все видео выкладываю в Инстаграм, которые в ТикТоке. Вот. И бывает, ну, балуюсь немножечко. Балуюсь. Так что подписывайтесь. Вообще подписывайтесь на все мои социальные сети. Вам будет развлечение, скажем так. Вот. И, конечно же, ставьте лайки с комментариями, пишите. У нас тут все так зарастает. Смотрите, как все тут зарастает. Прям вообще весна. И скоро... Что-то иду сейчас, представляете, впереди меня. Вижу, что-то долбанулся какой-то комок. А это воробьи, занимаются кексом. И, в общем, в полете они, наверное, были и не заметили. В общем, мандыкнулись. Мандыкнулись об землю прямо передо мной. Я чуть не обкакалась, потому что шла в задумчивости, думала о своем насущном, как говорится. И тут передо мной, бац, падает что-то. Они сами, наверное, обкакались и быстренько улетели. Видите, как все зарастает. Чарли, тебе нравится? Нравится, конечно. И что никого нет. Чуть не ушла домой. И не забыла снять вам морюшку. Сама-то посмотрела. А людям не показала. Точнее, в сторис-то сняла. Так внимательно смотрит, как будто что-то ждет. Он вообще боится волн. Трусишка, зайка серенький. Вот такая вот у нас. Лепота. Ну вот не могу я пройти мимо и не полакомиться. Ну немножечко совсем, чуть-чуть душу, как говорится, отвести, червячка заморить. Подумаешь. Короче, заварила кускус. Мне кажется, он сюда очень супер пойдет. С моей курицей, с овощами. И это, мне кажется, будет очень вкусно.
Так что всем приятного аппетита. Ну что, она вернулась домой? Моя родимая, немножко чумазая. Я вот сюда уже поклеила пленочку, чтобы она нормально так себя чувствовала. Правда, у меня скотч не могу найти. Потом скотч куплю и вот тут вот нормально позаклею. И вот если хоть и крыша есть, но оттуда капли все равно попадают. Немного, но попадают. Поэтому вот такую прикрыла. Вот здесь у меня всякие чистящие средства стоят. Мята, укропчик, когда куплю. Вот, порошок, духовка. Тоже, видите, под пленочкой. Она так и не пылится. И... ну и вдруг какие-то там капли будут или еще что-то. В общем, как-то так. А вот тут у меня вот мусорка. Это когда картон, пластик, все дела. Мусор, ведро, это, полы мыть. Короче, как-то так. Я даже не верила своим глазам. Да, они приехали. Аллилуйя. Закрыла Чарли, потому что моего Чарли все боятся. Конечно, он дома герой, представляете? Такой, закрой, закрой его. Ой, что-то я устала с этой машинкой. Я ее то так поставлю, то сяк поставлю. Не знаю, как ее поставить, чтобы удобнее было. Надо все вот это вот еще обратно поставить, и все. Этот пакет зеленый я подруге я завтра отдам. Ой, проболталась вам. Да, завтра будет интересно. Вот, подруге отдам пакет. А что ты так на меня смотришь? С такими влюбленными глазами. Почему? Я знаю почему, чтобы кинул тебе игрушку. Ну иди. Вот, сказал муж, сначала сильно ее не это, не нагружать машинку. Я-то прям, знаете, ух, ну вы видите какая, я туда сама влезу полностью. Вот, и не знаю почему, или не надо нагружать. Ну, белья у меня набралось, а че нагружать, все равно дождик. Все равно ничего не высохнет. Влажность 90%. Какой нагружать? В общем, вот так вот. Но я рада. Потому что все-таки та машинка не так хорошо стирает, а это вообще классная. Ладно, поддохну немножечко и потом вот это вот все поставлю назад. Ну что, пробуем. Она в прошлый раз воду наливала, но она не крутила. Сейчас посмотрим. А это вот я для Чучи сушу скорлупу, потом ее измельчаю так мелко-мелко. И вы знаете, он ее кушает. Принесла все свои эти. Я в этой машинке люблю пользоваться вот таким обычным порошком. Потому что обычно я замачиваю. Я включила только на, чтобы она постирала. Я замочу до завтра. А завтра уже пущу полную стирку. Как-то так. Вуаля, стирает. Класс. Как я рад, что поеду в Ленинград. Сосед там ходит, скажет. Смотрите, какая у нас там темнота. Прям, наверное, как ливанет. Чернота. Сейчас уже в 6 передают дождик. Раньше было в 4, теперь в 6. Но не знаю, не знаю. Чего тебе надо? Чего? Смотри, какое свинарство. Поросенок, хрюндель. Водичку сейчас ему чистую дам. Дорогие мои женщины, девочки, девушки, бабушки, поздравляю вас с праздником 8 марта. Желаю вам счастья, здоровья и женского такого, женской эйфории, да? Вот. У нас тоже завтра кое-что намечается, так что не уходите далеко, будьте на связи. Вот. И мы тоже, хотя у нас не отмечают это, ну, это не совсем праздник, как бы, да. Я уже много раз говорила, что такое 8 марта. Ну, мы девочки русские, как бы. Все равно где-то там осталось, что это женский день, что надо подарочки принимать. В общем, кто нас не будет баловать, сами себя побалуем. Так что оставайтесь на связи. Ну, а я мою яблоко, ужинаю и все, и отдыхаю. Всем спасибо за комментарии и всего самого лучшего. Пока-пока!